Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы всадники Улха. Так, 30 миллионов рыбы забираем за пятый день входа в игру. Так, дальше идем на рынок. Сразу открываем пак. Бесплатно, конечно же. Так, монетки Удина. Загадочный набор, выпадает костолом, шепот смерти, кошмарный пристеголов. И все, да? Еще немножко ресурсов тут подкинули. И, в принципе, хорош. Так, ну что ты мне принес? 150 миллионов леса, древесин. Нет, спасибо, особенно мне не нужно. Как же ты редкий, как же ты плохо ищешь, а? Королева, королева огнеедов? У меня ее нету? Подожди. А-а-а, королева огнеедов. А у нас принцесса огнеедов, да? Если я не ошибаюсь. Так, она где-то... Так, подожди, где-то... Ну все, потерял. Вот. А, подожди, это яркий ужас. Секунду. Вот. Да, это принцесса, а там королева. Ух. Так, ладно, подожди, давай, что-то я не туда пошел. Вначале здесь разберемся, а потом уже будем все остальное смотреть. Здесь ничего не надо мне. Йохан какой-то вообще жук, я не знаю, навозный. Такие ценники выставляет. Паршивец. Ну, вот это я понимаю. Так, ну, ты дальше иди ищи. Дальше пойдешь у меня искать. Так, ну, а вы что мне? Так, роза ветров. Ты мне принесешь тусклый янтарь, наверное. Ну, конечно же. Конечно же, он тусклый янтарь только может мне давать. Так, барсик Эрит. И сарделька. Что тут? Руны. Давай, в одиночку там лети куда-нибудь, я не знаю, бесплатно. Найди любовное письмо. А, у нас же День Святого Валентина, ё-моё. Я думаю, что такое-то? Что в ПВЗ у нас был? Это, да, там сердечки и тому подобное. Ну да, это за День Святого Валентина. Хорошо, так, давай-ка мы, наверное. Опа, соточка есть? Соточка, ой, соточка, тысяча есть, ребят. Раз тысяча есть, значит, мы можем что сделать? Правильно. Мы сможем сейчас. Подожди, а почему ты? У меня же рыба еще не вся это. Не весь лоток забитый. Почему ты мне не хочешь ее давать? Давай за рыбой. Так, эти за лесом идут. Эти все пойдут у нас за лесом. Буйволорд за рыбой. Так, теперь-то мне хватит. 630. Вот. Все. А сколько он добывает? Он мне добывает 110. Он 110 рыбы. 110 миллионов рыбы добывает. Неплохо, я тебе скажу. Совсем неплохо. Лети за рыбой. Так, а вот куда древесину мне потратить? Я не знаю. Так, ты у нас должен быть покормленным. Эти тоже должны быть покормлены все. А мне кормить их нечем. Абсолютно. Лети. Так, эти у нас что? Ну, конечно же. Конечно же, три железа. Где он? К плеваке. Лети. Вроде бы как тут пока все. Давай теперь наших драконов прошуршим, легендарных. Еще рычит, что-то сопротивляется там еще. Ух.
И последний. Вот так. А, нос чешется, чихнуть хочется. Ой, блин. Извините, ребят. Пылинка попала, как раньше говорили, да? Так, что у нас тут? Обмен. Так, рыбу. Рыбу здесь забрал. И остается, что у нас? Остается, наверное, только сезонный абонемент тут получить. Это все наши награды. Все это забираем. Я не знаю, есть ли сегодня какое-нибудь событие. Если нет, ребят, пойдем набивать паки. Как говорится, без дела сегодня не останемся. Опа. Так, хорош. Нормально. Так, там еще 250 у нас этих цветочков. Тьфу-ты, куда я лезу-то? Ну, ребят, события, к сожалению, никакого нету. Значит, как я уже обещал, пойдем набивать паки. Сейчас, подожди секундочку, я вот здесь гляну, что у нас. А, этот буржуйчик. Все никак не... Да, конечно, не хочет, он сказал. Не буду, я не пойду в титаны. Так, и здесь. Скорожал, иди, тренируйся. Этот тоже у нас полетел. Нам чуть-чуть не хватает, чтобы мы расширили нашу территорию. Так, и домик. Мы хотели прокачать домик. Какой? По-моему, вот этот, да? Вот так вот. А для чего мы вообще викингов-то прокачиваем? Что-то мы прокачиваем, и что-то после этого нам будет доступно, да? Блин, я не знаю, куда уже древесину-то сувать. Обучить. Да какой он не пойдет обучаться? Он обучаться не пойдет. Ладно. Погнали, короче, тогда. Сыграем на арене. Можно, в принципе, даже два пака вождя сегодня набить. Я думаю, что они лишними не будут. О, кто у нас тут? А у нас тут вот кто. Как по мне, вот я, наверное... Начну с креветок, ребят. Я начну с креветок. Так, раз, два. Ну, что ты лезешь? Что такое звук? Блин, вот то, что он энергию... энергию у нас пожирает, это, конечно, плохо. Это прям бесит. Добьешь? Молодец. Видишь? Не, здесь нормально почему-то, ребят, получилось. А в тот раз он сожрал энергию. Да, поду... Как говорится, пониженной атакой бомбить. Дело плохое. Минус громорог. Ну что, все. Теперь твоя очередь, парень. Настала. Угу. Видишь, он энергию сейчас сожрал. Добиваем его. И следующий поединок. В принципе, вообще, легкая должна быть катка, по большому счету. Потому что вот эти вот два, они как раз под наши усиленные атаки попадают. Барсик на кого? Понятно. Ну что, сейчас змеевик. Что, он ускоряет команду. А мы сделаем вот так вот. Так, следующим, наверное, будем бомбить громорога. Ну, в данный момент, да, выручает его скорость. То, что ускорение поставили на них. И из-за этого они и делают быстрые, как говорится, переходы. Ну, это, в принципе, последнее, что они сделали. Так, мы, наверное, сейчас залечим раны. И остается лишь пробивным.
Барсик, короче, добьет. Давай, Барсик. Ну, это у нас будет последний поединок. Если мы проходим его, получаем пак вождя. Алая плеть. Наверное. Что он вообще делает? Я у него, кстати, суперудара, по-моему, не видел. Поэтому я даже не знаю, что он там делает. Сейчас они ходят вдвоем вместе со злобным змеевиком. Мы ушатываем плеть. Блин, отхила нету. Давай так сделаем. Твою дивизию, блин, я думал, мы добьем его. Ну все, Барсик, до свидания. Правильно, ушатал он мне Барсика. Но мы отомстим за него. Так, под усиленной атакой. Вот это да, вот это было жестко. Это было, конечно, больно. Удар хвостом. Так, друзья, ну что, у нас, как ты видишь, два обычных пака выпало, плюс один редкий. Поэтому я начну с редкого. Ну и плюс пак вождя, само собой. Крылатый ужас, шторморез, кревет, громль, парящий прихвостень, экзотический шепот смерти и роза ветров. Вот. Да, я хочу продолжить. Мы еще, как говорится, хотим заработать один пак вождя. Ты, кстати, видел, что нам всего лишь нужно 10 карточек на Барсика, и он у нас прокачается до 17 уровня. Он самый слабенький из всех, из всего нашего отряда. Хотя он в этом отряде практически изначально. В этом отряде даже еще не было у нас штормореза. А кто-нибудь из вас помнит, кто у меня был до штормореза? Несмотря прошлой серии. Это относится к колдам. Ребят, если кто помнит, напишите мне. Только без подсказок и без просмотров. Кто у меня был до штормореза в основной моей группе? Я думаю, что многие, наверное, уже догадались или помнят. Я даже бывало частенько упоминал этого дракона. Но потом я его убрал. Так, слушай, ты оборзел, что ли, а? Блин, сейчас опять Барсика потеряем. Вау. Слушай, не Барсика мы потеряли. Хотя они... они... Во! Хе-хе-хе, Барсик, ты везунчик. В курсе? Ты просто везунчик. Тебя опять никто даже не тронет. Не посмеет. Мы его ушатаем до того, как он прозреет. Или же все-таки нет? Да, уничтожили. Так, у нас следующий поединок. И здесь, блин, два стража. Пойду-ка я, наверное, пинать розу ветров пока. Допустим. Так, у нас следующим на отхил пойдет, да? Не пойдет, ребята, ни на какой отхил. Видишь, что сотворила роза ветров? Просто заблокировала мне. Грустно. Блин, ну этих пинать. Только не уничтожь мне его, пожалуйста. Если бы он сейчас его уничтожил, это было бы, ребят, фиаско. Потому что мы бы с тобой не отхилялись, и, соответственно, вы тут проиграли. Но сейчас вот он что-то сделает плохое. Только вот кому? Барсику досталось. Досталось Барсику. Ну что же, сейчас мы добьем Костолома. И остается Лаварык. Сейчас щиты будет ставить, да? А-ха-ха. Не стал ничего здесь делать. Ну и зря. Ну, я здесь ничего такого страшного. О, вообще шикарно. Как я только вижу синеньких, все. Это сразу для меня какая-то прям радость.
Ну, у них 19, 20, 21 уровень. Конечно, они меня по левлу душат. Просто душнилово. Так, что он будет делать? Понижать от... Эй! Трындец, я вообще думал, что мы его добьем, ага. Неужели кривоклык как уничтожат? Просто в порошок его стерли. Просто взяли его и стерли в порошок, ребят. Моего кривоклыка родненького. А этот еще с усиленной атакой бомбит. Вот в чем проблема-то. Как вот мне его сейчас... Что он сейчас делает? Удар хвостом сейчас кого-то вынесет. Вот так. И как же мы теперь будем одним барсиком тут выигрывать? О, ребят, по-моему, тут фейл. Да. К сожалению, не получится у нас победить. Вот чё-чё, я бы не думал, что здесь можно проиграть. Ну что, ребята, вот и пак вождя. Открываем. Громобой, шторморез, древоруб, чудовище, громобой защитник. Опять же роза ветров и стальной капкан. Чемпион нам выпал. Вот так вот. Плюс еще одну награду мы забираем. Опа. Итого 1000, 1100, да, у нас получается. Ну и все, в принципе, ребят. Больше я здесь сделать пока ничего не могу. Оп, за рыбкой полетел. Так, кого тогда еще можем отправить? Кто... Ага, древесина. Кто у нас еще не при делах? По-моему, остальные все уже в пахоте, да? Подожди-ка, улучшить. Великая кузня. Великая кузня. А у нас какого уровня великая кузня? Ты прикинь, сколько тут еще прокачек надо сделать? Найти. Ну, вот так вот, наверное, проще будет домики, да, искать, которые нам нужны на прокачку. Блин, 1000 этих. Я в шоке. Я в шоке. Ну что, друзья мои, тогда на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.